Около 250 первоуральцев попались на уловки телефонных мошенников в этом году. Сегодня об этом сообщили сотрудники полиции. О том, как защитить свои деньги, они рассказали работникам городской больницы. За последние 2 недели несколько сотрудников здравоохранения города Первоуральска попали в такие схемы. Мы ежедневно проводим во всех предприятиях города, так скажем, конечно, акцентируем внимание уже на те предприятия, на которых уже появились потерпевшие. Но вот я бы хотел обратиться ко всем горожанам. Будьте бдительны. Как рассказывают полицейские, пострадавшие от телефонных мошенников обращаются к ним ежедневно. Суммы ущерба разные. За последние 2 недели горожане за раз отдавали от 1700 рублей до 700 тысяч. Схема обмана все те же. Злоумышленники предлагают заработать на инвестициях, обманывают на интернет-площадках для объявлений, устанавливают на телефон жертвы вредоносную программу, представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или соцслужб. В 2021 году первоуральцы отдали мошенникам 200 миллионов рублей. Раскрыть такие преступления сложно, говорят в полиции, так как в большинстве случаев злоумышленники звонят из-за рубежа. Поэтому лучший способ защитить свои деньги – не терять бдительность и заявлять обо всех подозрительных звонках и сообщениях в дежурную часть МВД.